20, не знаю, 25, наверное. Теннис в Виннице с Орешком и Серёнькой. Сегодня вас ждет научно-познавательно-спортивная передача. Я приветствую всех своих подписчиков и желаю приятного времяпровождения. Говорит и показывает Винница. 33-я школа, Вишенка, улица Порика. Прекрасный новейший стадион, обратите внимание, связайший, который был сооружен, Серёнька, когда и открыт? Этим летом, в июле месяце. В июле месяце 2020, а сегодня у нас 24 октября 2020. Комфортная осенняя погода, плюс 17-18 градусов, так, по ощущениям, все 20. Без солнышка сегодня. Как раз теннисная, комфортная, спортивная погода. И готовится встреча сегодня между Серёнькой Варна, Болгария, и Орешек, Украина, Винница. Так? Все правильно? Все правильно. Матч-реванш. Орешка, мы уже сыграли после моря игру с Сережкой. Орешек потерпел поражение сокрушительное, 6-1, я так помню. Ну и сейчас я вызвал Сережку на матч-реванш. И вас ждет интересный, да, поединок теннисный. И вас ждет один сет, такие традиции у нас играются. Это рейтинговый теннисный бой. Теннисная игра. Всем приятного просмотра. Ну, примерно на 20 минут мы рассчитываем. Вот такая площадочка современная. $1 миллион, так официально объявлена цена этого спортивного сооружения. Слева это баскетбольные площадки. Чудесное, свеженькое, мягкое покрытие. Просто чудо. Футбольное поле, 3 беговых дорожки. Теннисный и он же и волейбольная площадочка. Вот это Сережа сейчас сеточку сооружает. Здесь качково-тренажерное сооружение спортивное. Пожалуйста, здесь и танцы проводят девочки и мальчики. Я уже был свидетелем. Здесь я играл уже один раз после моря. И вас ждет интересная игра. Всем приятного просмотра. И Орешка представляет. Представляем участников встречи теннисной. Сергей Савалов, Варна, Болгария. И Андрей Орешек, вместо Винница. Я здесь. Приветствую вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Готовы, да, к игре? Да. Так, жребий бросаем и поехали погнали. Всем счастливого, красивого просмотра. Паузу и поехали. Все готово к началу встречи. Эта позиция, на мой взгляд, самая удобная. Ну, все, мы не охватим. И вперед, ребята, счастливо. Смотрим. Еще мало, конечно. Спорт, подари, брата.
сдавайся, смотри. Ай, блин. 40-15, первые баллы принесли. Варна, Болгария. Ах ты, блин. Вау. Лихара. 40-30. Первый балл 0-1. Играется сет до 6. До 6 по геймам. Понятно, так? Ну и вот, пока 0-1. Ну а Серега в рейтинге повыше, Орешка повыше. Поэтому это очень интересно. Борьба за Винницкий рейтинг. Лучшие теннисисты города. Поехали. Можно. Ах ты. На подачу Сергея Савалова. Подачи Сергея Савалова. Пока, Орешек, матч реванш получается, но это пока. Подает Орешек. 2-0. Пока везет. Можно. Дырка. 0-15. Такой смеш сложный бывает, но тут повезло будет. По 15. Подаю. Готов? Света. Давай. Опасно, под линию. 15-30. Подаю. Ай, вот и запах вазальный. 15-40. Подаю.
от Сереги 1-2. 1-2. Почин, спасибо. Олежка, проконтролируй этого. Больше матюкайся. А я? Да. Я не матюкаюсь. Да. Комментируй. Посмотрю, как там тикает все. Или может 11 минут, да, пока хорошо, поехали. 11 минут идет, поехали. Игра. Вернул. 3-1 подает орешек. 3-1. Готов? Все было, да? 15-0. Важная игра, да, сами понимаете. 3-1, 30-0 подает орешек Линнице. Ошибка очень грубая. Аут, брата! Маленький аут. Сейчас сколько? 40. Ударами по линии, боковыми, в дальнюю линию длинные смеши. Очень опасно, Сергей, я это знаю, но ничего не могу сделать, очень сильный игрок. Готов? 40-15. Играем? А?
конечно, прокомментировать сложную игру. Я стараюсь. Не сравнивай с нуля 40 до 40-40. Вот так. Очень сильный игрок, коварный, он знает слабые места Олежки, знает. Поэтому сейчас Олежка пару слов скажет. Да, очень сложно с Сережкой играть. Очень сильный, мощный игрок. Ну ничего, Олежка не сдается. И счет пока позволяет. Ровно. Боже мой, меньше. Вот так вот. Ровно, меньше. Сетка. Ровно. Куда лучше пустерёжка? Ну, прокомментировал бы. Надо играть. Что делать? Как с ними играть? Четко бьет. Да. Сколько? Есть? Сверху говорю. Повторов нет. Подаю. Вот где мощный сложный. Очень опасно. Теперь 2-3. Серега выигрывает, брейканул. Орешка, сейчас поставим камеру. Более удобное положение. Интересно. Отличная позиция. 2-3. И вперед. От носка ГТО к олимпийской медали. Сейчас еще чуть-чуть подровняю. Поехали. 2-3, Серега. Очень сложно это. Подачи берем друг друга, чужие. Так получается. Коленевка несет бога. Ой,
Сережка. Загонял орешка влево-вправо. Очень сложно было здесь играть, но я сделал все, что мог. Боже мой, ау! Что творят канадцы? Ну, это вообще. Было 3-1. Сейчас сколько? 15 страхунок. Неимоверно, с 3-1. Ну тут я не говорил, что аут, но это уже осталось в истории. 3-3. Орешек видно себя подает, можно. Серега выходит, представляете? Подаю. Вторая. А если не попал, конечно, но неприятно. Серега левша, вы заметили? Обязательно левой рукой. Поэтому вы не Серега играет левой рукой. Больше ударов я забываю. Это частенько надо крутить правую. Так, сколько? Всего лишь 15 поинтов. Подаю. Готовы, зрители? Поддержите орешку. Опять первый. Сетка волейбольная, брат, была теннисная, уже порвали. Подаю. Больше очередной раз. Очень сложная игра. Серега. Очень сильный игрок. Подаю.
поле играть. 3-4, братан. Еле вымышел. 3-4. Неимоверно. Сейчас поменяем. Что-то ракурс. Посмотрим, как орешек спереди будет бить. 20. Подает. Серега, 3-4. 3-4. Люди приходят, надо играть. Поехали. Как с ним играть? Очень сильный игрок, очень. 0-15. Вот. Сверху, Серега. Ну, 100%. Сейчас понятно? По 30? Отобрал Серегу, у меня. Ну ничего, я так же иду. Больше не может быть. Сейчас. Ну, Серега меня заступил. Конечно, ты что, со второй шар уже. Непонятно. Есть! Это 5? 5-3, так? 5-3, рахунок, 5-3. 5-3 пока. Ох, уже время идет. Собираются теннисисты. 5-3 пока еще, ребята, привет, приветствую. Еще один гейм остается. Сейчас интересно будет. Сложный был гейм. 5-3, впереди орешек и подаю на сет. Я так думаю на сет, а так как карта рядом. Поехали, братан. Как ты можешь, Серега, тут такая съемка прямая.
Еле выдавил, 15.30, и там еще сложно было поднять. Подаю. Ну, 4-5, 5-4, пока не доиграли, много людей, длинная запись получилась, все у нас еще будет впереди, так что Сережка молодец, рукопожатие обовязково, это традиция, Сережка, чуть-чуть не доиграли, о, Юра здесь, ничего себе, Юра, ничего себе, Сережа, пожалуйста. Лёшка, привет. Привет. Лёша, знаю. Ой, ты крепкий парень. Всем привет. Да. Да, привет, Серёжа. Благодарю за игру. Спасибо. Да. Я снимаю соревнования в одиночном разряде. В одиночном. И переходим в парный разряд, так? Да. Всем хорошего настроения. И с вами ваша Орешка. Смотрите наши трансляции. Чуть-чуть запыхались, но довольные и не уставшие, да? Или уставшие. Молодец, Сережка отворачивается некрасиво. Всем хорошего осеннего настроения. Чао, какао, фирузей, гудбай, пока.